Друзья, привет! Мне вот в очередной раз выпала радость и честь участвовать в жюри 31 сезона Golden Time Talent. Вот прям из радиостудии у нас сегодня тут запись передачи. Небольшой видеообзорчик и благодарность участникам я хочу записать. Во-первых, в этом сезоне участников было не так много, но реально все как на подбор, очень крутые. Я не помню, чтобы я прежде выставлял столько там десяток, в некоторых моментах даже плюсики я специально ставил, потому что, ну, прям все хороши, очень сложно выделить. Поэтому у меня тех, кого бы я хотел отдельно выделить, достаточно много. Я вот прямо сейчас со второго телефона зачитаю. Итак, особо мне понравились. Понравились все, еще раз повторяю, но особо меня впечатлили Дмитрий Креймер, Ульяна Кузнецова, очень круто, прям очень круто. Сергей Лучко, очень круто. Я надеюсь, что я правильно читаю имена и фамилии. Опять же, Ульяна Кузнецова дважды я вот для себя отметил, несколько роликов, в принципе, все. Константин Кукушкин. Опять же, если неправильно читаю фамилии, вы уж не обижайтесь. Дальше. Children's Big Band Jam. Очень круто, ребята молодцы. Мария Соколова. Очень круто. Алена Чайка, Софья Василенко, или София Василенко, не знаю уж, вот, и Измаил Зада Джалала, очень красиво, виолончель прям крутяк, меня впечатлило это, Наталья Маметова, далее, Люся Шахназарян, молодец, великолепное исполнение на рояле, очень здорово. Ирина Горковая, опять же, извиняюсь за неправильное прочтение фамилий. Далее Мария Горошкова. Наталья Тарелина. Блин, я вот реально говорю, вы понимаете, что это больше 10 участников я выделил? Виталина Данилец. Это удивительно просто. Владимир Панайотов. Вот, в принципе, это... В принципе, я мог бы всех выделить в лучших, но просто это будет, наверное, неправильно. Десяток я поставил очень много. В общем, ребят, вы крутые. Продолжайте в том же духе и развивайтесь. Спасибо вам.